А прикиньте, сейчас ради прикола 167 приедет. Каски первый поезд. Так. Не, первый поезд неудача. 25.31. Как вы знаете, другой главный вагон 27.82, как вы знаете, надеюсь. Чё, давайте вторая попытка. Я понял, это неудача. Но сегодня, по ходу дела, будет не сладкий день. Короче, пофигу, я пойду обратно. Так, пытка номер 3. Давайте смотреть. Так, синий бампер. Да ладно, я поймал 101.67, кому? 2-2-2. С третьей попытки! Да ладно! С третьей попытки! 101.67! Почему мне так везет? Капец! С третьей попытки! 101.67! У меня распирают эмоции, извиняюсь. Извиняюсь перед всеми пассажирами, за что у меня такие эмоции, но просто... Ну, с третьей попытки это как? Вот она, 101.67. Так, вот уже 101.67 едет. Кажись. Да, это 101.67, все понял. Ну что, сейчас будем показывать вам его. 2-2-2. Это то, что хотят многие школьники. А я уже его вижу второй день подряд. Так, стоя или сидя снимать? Давайте лучше стоя. Что-то я уже сидя очень много снимаю. We'll be right back.
Да, выглядит так себе. Вот там прям на камерах видно 27-82. Фанаты. Забавно. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Римская. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Чиликов узнаете даже, хз, кто это. Да так, просто для справки говорю. Ну да, забавно то, что эту наклейку отодрали, а она как бы вчера еще была, и этот поезд вчера ловил в субботу, сегодня воскресенье. Вчера эта наклейка была, а сейчас ее нету. Сейчас 27-82 видно такси. Ну ладно. Следующая станция Чкаловская. Будьте осторожны, выходя из вагона.
попробуем так. Да, выглядит так себе. Ну ладно. О! О, видно. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Сретенский бульвар. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Выходить из этого вагона, потому что поймал с третьей попытки. Ну, знаете, ну, времени резиновое. Поэтому, да. Это, вот это я точно нарисать не буду. Угар просто. Так, ну вот, приехали. Блин, я лицо свое спалил, жиза. Ладно, это потом вырежу. Ну все, я считай, попрощался с легендой. И теперь я один. Ну что, ладно, погнали на СЛ. Я очень надеюсь, что не повезет. Я поймаю 26-46, 26-49. Короче, ну вы поняли.